Бережливое производство в медицине. Связано оно в первую очередь с организацией услуг населению. Без очередей, без лишнего хождения по коридорам комплексно. Особенно наглядно технология выглядит в республиканской детской клинической больнице. Общеизвестно, дети – народ нетерпеливый и лечиться не любит. Разделение потоков на первичный и вторичный, грамотная работа администраторов, удобная навигация для пациентов. Даже посещение травмпункта здесь стараются сделать максимально комфортным. Следующим шагом для идеальной работы, как мы считаем, будет то, что непосредственно рядом с травматологическим пунктом будет располагаться рентгенологическое отделение, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. И тогда маршрут и движение детей и родителей, обратившихся в травмпункт, будет еще меньше. Их пребывание и время пребывания в больнице еще существеннее сократится. Основа основ любой больницы – врачи-профессионалы. Нахет Дохан – детский травматолог. Как говорят его коллеги, он лечит сердцем. Нахет не просто дипломированный врач. Он изучает нетрадиционную медицину и различные духовные практики. Я стараюсь чувствовать, что с каким проблемой пришел. Даже заходит ребенок, даже я чувствую переживание матери, мамы, родителей. Я сразу подключаюсь на внутренний диалог вообще. И это меня очень вручает и очень помогает в работе. У меня было по 100 человек за сутки, по 80, по 90. Люди ходят с жалами, с болями, с проблемами. Некоторым тяжело. Ты входишь, ты как-то подсознательно передаешь им успокоение, что все будет хорошо, и успокойтесь, все будет нормально. И это очень хорошо помогает, реально. Любая помощь должна быть оказана вовремя, считает Дохан. И в случае детской травмы просит родителей не откладывать визит к врачу. Например, ребенок упал вчера, они сидят спокойно. Я спрашиваю, почему вы сразу не обратились? Они отвечают, мы были в деревне. Все, ответ, как будто это норма жизни. И я считаю, это очень большой, халатность, неответственность со стороны родителей. Таких родителей все же меньшинство. Все остальные сразу обращаются к профессионалам, таким как Нахет Дохан. А налаженная система бережливого производства ускоряет весь процесс оказания помощи. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.